Дорогие друзья, с вами Ярослав. И сегодня я вам покажу, как построить красивый дом в Майнкрафт. Этот дом сделан для выживания. То есть вы делаете фильм о своем выживании. Или просто выживаете, играя там. В общем, этот дом сделан для того, чтобы строить его только на выживание. Он очень красивый, но маленький. Внутри будет фонарик и кровать. Да, ну вы можете еще для красоты поставить туда печки, верстаки. Кстати, если у вас есть идеи для красивых домов, то присылайте, пожалуйста, мне скриншоты в комментарии или пишите, как их построить. И я в следующем ролике упомяну о вас. Так, теперь смотрите, вот так вот строим. Строим 4 колонны. И теперь пространство над ними нужно заполнить кварцевыми блоками. В последнее время это дали мои любимые блоки. Я их использовал и в предыдущем ролике. Те, кто не смотрели, обязательно посмотрите. Это очень красивый дом серии Morland Plus. Так, теперь продолжаем заполнять пространство. Это я просто из черного бетона сделал заметку. Теперь берем и делаем вот одну стену и другую стену высотой где-то 3 блока там. Лучше всего взять черный бетон. Вот так вот примерно. Теперь далее мне еще нужна черная стекольная панель. Этот блок я тоже очень часто использую. Его можно использовать как ограждение, но я люблю кварцевые блоки, черную стекольную панель и панорамные окна. Мне эта идея с панорамными окнами очень нравится, потому что удобно, можешь смотреть на улицу. Вот, например, спишь, встал тихонько и посмотрел, что там другие делают, кто спит, кто все еще веселится. Так, давайте вот так поставим. Здесь, как видите, я опять применяю те же самые блоки, черные и белые. Это можно, да, это дом тоже Morland Plus серии. У меня почему-то приходит идея именно серии Morland Plus. Так, давайте красная кровать и фонарь. Вот. Это все содержимое. Но я говорю, что будет просто очень красиво. Также у нас еще внизу там будет огородик. Ну, пока второй этаж. Далее вот так построим. Хотя, нет, я построю все в стиле панорамных окон. Да-да. Дверь я тут ставить не буду. Но мобы могут зайти, разве что. Но мобы не потоптают здесь мой огород. Так, там мы делаем проход. А со всех трех сторон полностью заполняем панорамными окнами. С четвертой же стороны нужно сделать отверстие, чтобы мы могли входить. Это у нас будет как теплица. Не просто как в обычной деревне огород под открытым небом. Это уже теплица. Так, теперь нам нужна мотыга и ведро воды. Так, ведро воды надо было заранее приготовить. Ну ладно. Лопаты, ой, вообще лопаты. Железную мотыгу. Делаем в середине яму. Вливаем ведро воды, чтобы грядки не засохли. И вот, ребят, спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.